Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Да будет свет! На несколько часов спальный район погрузился во мрак. Почему так опасно ездить на велосипеде? С 500 причин нецелесное повреждение. И как не стать жертвой ДТП? Перегон авто как бизнес-план. С конфискацией предмета административного правонарушения. Что пошло не так? Расскажем. 23 сентября в 6:30 вечера в районе 54-го дома на Рокоссовского 36-летняя жительница деревни Щадково Бобруйского района наехала на 39-летнего мужчину, который ехал на велосипеде во встречном направлении. В результате ДТП велосипедисту причинили нецелесное повреждение, с которыми он госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. В то же время минувшие сутки в Могилевской области выдались неспокойными. 24 сентября в 11 утра в Кировске на перекрестке Ленинской и Пушкина 81-летняя местная жительница на велосипеде при выезде со второстепенной дороги не пропустила «Ладу Ларгус», двигавшуюся по главной. Они столкнулись. В результате велосипедистка доставлена в больницу с травмами. Также вчера произошло еще одно ДТП с участием велосипедиста. В 12 часов в Кличеве 41-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ, не пропустил 56-летнего односельчанина на велосипеде. Пострадавший травмирован, а уже вечером в Могилеве 27-летний местный житель при выезде со второстепенной дороги не уступил путь байку. Мотоциклист погиб на месте, водитель легковушки водительского удостоверения не имеет. 18 сентября очевидцы сообщили в МЧС о загорании хозяйственной постройки в агрогородке Химы Бобруйского района. На место вызова сразу отправились пожарные расчеты. К моменту прибытия первого подразделения спасателей происходил выход дыма из помещения сарая. Хозяева находились во дворе. В результате пожара огнем уничтожены кровля, хозстроение, повреждены стены, имущество в гараже. Никто не пострадал. Одна из наиболее рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Накануне около 8 вечера на Даманском полностью пропало электричество. Без света остался немаленький спальный район, прибавилось работы и у лифтеров. К полуночи частично электричество восстановили. Виной всему стало повреждение высоковольтного кабеля. На устранение проблем у специалистов ушло несколько часов. Саму линию продолжили чинить и сегодня днем. В страну пришли холода, и совсем скоро любители мототранспорта поставят своих железных коней в гаражи. Однако не все последуют примеру. И, как гласит практика, найдутся те, кого не остановит даже неустойчивая осенняя погода. В связи с этим госавтоинспекции Могилевской области с 25 по 30 сентября проводит комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием мототранспорта. С начала года в регионе по вине байкеров произошло 22 ДТП, в которых 2 человека погибли и 21 получили травмы. Зарегистрировано 4 аварии, совершенных водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. А 27 сентября в стране пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Фликер – мой дорожный талисман». Направлено на профилактику ДТП с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков грузового транспорта. В темное время суток данная категория граждан должна двигаться со световозвращающими элементами. Штраф за неиспользование световозвращающего элемента составляет от 1 до 3 баллов. Базовых величин. ГАИ напоминает, чтобы предотвратить опасность, нужно набрать номер 102 и сообщить информацию о фактах, влияющих на безопасность дорожного движения. Двое предприимчивых бобруйчан замутили бизнес, который в течение нескольких лет приносил им неплохой доход. Однако планам на безбедную жизнь помешал отдел управления департамента финансовых расследований. За 2017-2018 годы 54-летние и 52-летние местные жители путем закупки подержанных авто в России и последующей продажи в Беларуси заработали порядка 200 тысяч рублей. Встретить неудавшихся бизнесменов можно было на авторынках в Ждановичах и Малиновке. В настоящее время в отношении у них составлены протоколы по части 1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. И санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств его совершения, а также до 100% суммы незаконно полученного дохода, либо без конфискации. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Риенс. Увидимся через неделю.